Совместить романтику и практическую пользу предложили студентам-журналистам, пригласив их на летнюю практику на Ямал. С одной стороны, белые ночи, а с другой стороны, опыт работы на региональном телевидении. Но это завтра, а сегодня гости с полярных широт приехали в Тюмень. На площадке Тюменского госуниверситета прошла встреча студентов с генеральным директором ОГТРК Ямал-региона Эдуардом Ермаметовым, с депутатом областной думы Николаем Токарчуком. От них будущие коллеги и узнали все подробности о практике на Ямале. В первую очередь, производственная практика. Люди для себя откроют новую землю. Из большой земли на край земли, Ямал переводится на край земли, попадает. С другой стороны, мотиваторы, мы должны быть честными и говорить социально-бытовое обеспечение. То есть вопросы компенсации проезда, это вопросы руководства телерадиокомпании «Ямал-регион» и правительство Ямала решает. Вопросы проживания, вопросы денежного содержания, оплата. То есть журналист может и 10, и 15, и 100 тысяч в месяц там заработать, спокойно получить, находясь. Но чем активнее работа, чем интереснее материалы, тем больше он получит денежное содержание, заработную плату, гонорарное, авторское вознаграждение. Первый медиастройотряд уже сформирован. В планах УГТРК «Ямал-регион» ежегодно приглашать студентов Тюменского госуниверситета на летнюю практику, а молодых специалистов на работу.